Привет, привет. Ну как дела у вас? Тут все нормально. О, зима, холодно. Может, согреемся? Давайте. И где нам спички взять? У меня же есть сила стихии огня. Я сейчас сделаю огонь. Вот так лучше. Вау. Сейчас потом еще на лыжах покатаемся, да. Сейчас какао попьем теплую. Обожаю снег. И зиму. Еще снеговика надо слепить. Да. А давайте зимние гонки будем кататься. Да. О, мэтр и агент, привет. Привет. Хотите посмотреть зимние гонки? Хотим. Тогда начали. На старт. Внимание, марш. Лед. Ха-ха, Джексон, еще кататься найду. И победил Молния Маккуин. Ха-ха, молодец, Маккуин. Что это за гадость вокруг такое? Снег! Ненавижу снег! Я его не люблю. Хочу на море! Хочу на море! Да, лето лучше, чем снег. Надо испортить это все. Да, надо поехать нашим врагам. Поехали. Джексон, давай учиться кататься на льду. Ладно. Видишь, получается. А ты сказал, не можешь. Я просто так первый раз научился. Ребята, давайте хоккей поиграем. Давайте, ура! Вот шайба. У меня есть шайба. И я вам клюшки всем дам. Вот тебе клюшка, вот тебе. Так, нас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А нам нужно по три команды. Так, Холли, Финн и Мэтр команде. Джекса, Маккуин и Пост ихняя команда. А мне придется стать судьей. Так, начали! А ну отдай! Моя шайба, моя! Забивайте гол! Вау! Я выиграл! Рано радоваться! 1-1! Профессор Сундап? Да! Как ты выжил? Мы ж тебя победили. Меня один помощник помог выжить. А как ваш друг Джексон выжил? Мы ему помогли. Что? Получается, что Джексон Шторм и профессор Сундап обоих выжили. Мы рады за Джексона Шторм, а вот тебя нет. Что? Зато мы рады за профессора Сундапа. Да, мы все живы и здоровы. В атаку! Бой! Огонь! Я горю! Не пущай! Молния! Хочешь мороженого? Хочешь? Да, хочу. Когда пуща? А ну-ка, на! Ой! Ну все, тебе... Я...
блядь, меня отпусти. О боже, что произошло? Все мои помощники проиграли в этой битве. Ну что, профессор Сундап, теперь с тобой расправимся. А! Куда ты залез? Куда ты залез? Ребята, останови. Ну что, профессор Сундап, убирайся отсюда. Нет, не надо, я изменюсь. Только не бей меня, пожалуйста. Ты меня не оставил никакого выбора. Маккуин, ты молодчина. Спасибо. Будем продолжать игру в хоккей. Давайте, побежали. Аккуратно спрыгивайте. Профессор Сундап не знал, как надо приземляться, когда он падал. И, наверное, очень ушибся. Так ему и надо. Продолжим игру, я! Кстати, ребята, если понравилось видео, то обязательно поставьте лайки. И скоро у нас праздники, Новый год. Так что, мы вас всем поздравим с Новым годом 31 декабря. Ну что ж, всем пока. Давайте играть в хоккей.